Итак, всем привет, доброй ночи. Хочется уже добить эту игру, чудесную, раз чудесную. Помнится... Привет, Марко. Включайте Реймана. Помнится, мы тут... Что-то куда-то вводили. Сейчас я буду вспоминать, что и куда. Использовать это, окей. А здесь что? Тоже не нужно. Ну, я так понимаю, что с генератором мы так и не справились, да? Поэтому нужно все-таки попасть в генераторную. Кстати, версию играешь? В ПК-шную или в плойку? Только зеленый. Не, ну просто некоторые выключатели срабатывают и туда, и обратно. Я предчувствую, что здесь появятся динозавры. Приготовление, прежде чем начать нажать на включатель. Вот я просто предчувствую, что там выбегут динозавры, короче, решил воспользоваться полем. Панель включает третий генератор энергии. Включите его. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Ну вот так, короче. Процедура подготовки не завершена, и она начинается у нас, по-моему, с верхнего этажа. У меня тут даже, кстати, где-то бумажка была. Такую же, как у тебя, озвучка, лицензия от Акела.
Ну, в смысле, на плойке, да, ты проходишь? Вот я тебе здесь выписывал зону P3 генератора, чтобы установить инициализатор. Главная панель, верхний этаж. Ну, пойдем искать эту панель. Здесь дверь какая-то. По эксплуатации генератора. Это мы все читали уже. Стоп. Да, продышло. Здесь у нас есть информация. У меня проблемы с отпечатками, я проверил все трупы, на их отпечатки не подходят. Филлер, а тут не на трупах надо искать, а где-то на компьютере на каком-то, короче. На одном из компьютеров, не помню точно на каком. Терминал, управляющий генераторами. Генератор. О. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Система не работает. Внимание! Питание генератора отключено. Еще пробраться выше, по-моему, некуда. Точно не сюда. Однозначно. Закрыто. Ой, ну не знаю, Филлер, тут такое дело. Надо переигрывать, значит, смотреть еще раз. Бежать назад. Данные с главной консоли показаны на дисплее. Когда главная консоль не работает, можно управлять системой отсюда. Текс.
Окей, и... Самир, я так и не понял. Тебе понравилась мумия, которую я советовал? Которую ты мумию советовал? Напомни, пожалуйста, Марк. Я что-то забыл совсем. Куда мне не попасть никогда, получается. Главная консоль управления генератором, ее нельзя использовать. Запретно. Следователя. Ну, это мы читали. Ну, мумию. Так посмотри в списке пройденных игр, она у меня есть, Марка. Я ее проходил. Она мне очень понравилась. Несмотря на то, что там управление кривое, в целом игра очень крутая. Блин, как же наверх подняться? Как еще выше можно взойти? Ты мне ее советовал, что ли? Слушай, я не помню, на самом деле. Вполне такое может быть. Насколько я помню, я ее просто сам... Вроде сам себе посоветовал. Чат, черный цвет съедает. Но это потому, что ключевой цвет установлен черный. Надо какой-нибудь зелененький устанавливать. А чатик в этом режиме, он только с черным бэкграундом. Я не знаю, то ли это баг, то ли еще что. Нифига себе. Ну, прикольно. Не, ну мне игра очень понравилась. Есть, кстати, вторая часть. Есть вторая часть мумии. Я хотел ее тоже как-то пройти, но не знаю. До нее дело, наверное, не скоро дойдет. Да и все-таки она не совсем такая. Делать. Короче, сначала говорят, что нужно идти в главную панель на верхнем этаже. Вот она, эта главная панель. Это единственный верхний этаж. Да-да-да, омега стоит. Мы, кстати, завтра утром начинаем проходить. Как его зовут-то? Завтра, кстати, какое число? 15-е. Мифологию Саб-Зиро начинаем проходить. Вот, это самое, что ни на есть верхний этаж, просто выше некуда. Но здесь... Почему-то все закрыто. Включаю третий генератор энергии.
Включаю. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Процедура подготовки. Какая Саб-Зира. Марк, не переживай, мы начнем Реймана по-любому. У меня, кстати, начинается прям какая-то эра реваншей, потому что Реймана я тоже проходил. В 9? Ну, в 9 не в 9, но в 9.30 точно. Инструменты. О, это кто? Она без сознания. Она умирает. И... Жесть какая. На стене висит карта P2 этажа. Записать данные? Да. Ну, Филлер, это такая типичная проблема Динокризиса, я так понимаю, для тех, кто играет в первый раз. Поэтому крепись, собери всю волю в кулак и вернись назад 20 раз. Пройди все по кругу и найдешь решение. Я тебе говорю, скорее всего, отпечатки нужно собрать с компа. Насколько я помню, один из компов — это вот как раз те, которые перепрошивают карты. Схема цели отображают, а схема цепи, отображающая состояние аварийной системы подачи энергии. Сейчас она настроена на основной источник энергии в здании. Вы можете переключить на аварийный источник энергии подачи. Да. Нет, не тот. Точно не тот. Привет, Джек Дэниелс.
Не-не-не, совсем недавно. Записка исследователя. Кирк в последнее время прячет все от исследователей в знак демонстрации солидарности персонал. Лаборатория П-1 решила узнать, что замышляет Кирк и военные работники. Для начала удалось установить устройство прослушивания переговоров на складе. Детали, где проходят их встречи. Устройство включается от звука и записывает автоматически. Оно также может проигрывать записи. Это лучший способ что-либо разузнать. Нам нужна ID-карта Кирка для проверки генератора. Мы знаем его регистрационный номер. 31. Фотка. Блин, я не помню, кто это сделал. Это на стриме Лары, как раз когда мы заканчивали. Кто-то сожалел о том, что мы заканчиваем проходить Лару. Сейчас, секунду, ребят, схожу за маркером. Кирк 31 4 1 Знали его номер. Все, что нужно, чтобы подделать ID, отпечатки пальцев. Окей. В эту коробку можно сложить медикаменты. Благо, у нас их предостаточно. Так, наверное, гранаты возьмем, да? Шлак, патроны. Вместо снотворного. Решить часть головоломку с этой темой. Картинку с крутящейся PS1 очень просто, гифку вставляешь как файл, и все. OBS это умеет делать. OBS вообще мощная штука. Блин, что-то я не пойму нифига. Допустим, так. Mm-hmm.
Элементарно? Блин, ну не знаю, не знаю. Ну давай еще разок попробуем. Почему она так разлетается как-то? Все правильно? А, блин, наоборот. О май гад. Сейчас, секунду, чай. Все, я понял, в чем фишка. Да, я действительно усложняю чересчур. Тут все очень-очень просто. Успехи с динозаврами? Ну вот как-то так. Серьезно, как у меня так получилось только что собрать ее? Вот почему так? Она совпала, но как-то по-другому. Когда-то оформишь канал красиво. Да, уже было оформление Rumblefish. Давным-давно было оформление, я его снес. Оно надо вообще, скажи? Что это даст? Вас издаст. Но он же делает один оборот.
Так, окей. Что-то я делаю не так однозначно. Вот там написать, я мужицкий стример, тут донатить можно, тут мой ВК. Блин, да я даже не знаю, ну, если ты настаиваешь, конечно, я могу сделать однажды это, но что это изменит? Народу бы побольше было. Да я думаю, дело не в этом. Дело в играх. Зритель любит, когда дофига кнопочек есть, которые есть бот, реагирует на команды. Да, сегодня ребусы, привет, Глуш. Спасибо большое. Так, по поводу кнопочек. Ну, я не знаю, ребят, если вы хотите, я, конечно, придумаю какое-нибудь оформление. Оно было, но я его снес, когда хотел забить. Снес всю инфу, оставил только колонку с пройденными играми, и, собственно, так и осталось. Я не понимаю, я делаю в той же последовательности, в которой они разлетаются на части, и нифига не получается. То есть они как-то по-другому тасуются все равно. Исходить из того, что... Так. Назад. Я это сделал, блин, вот я аутист. Просто дичь. Не, Марка, не 16 лет, я чувствую. Задоначишь на прохождение Писволкер. Лучше, чувак, ну блин, как бы столько игр просто в планах. Буду слушать Heaven's Divide и плакать. Ну, я подумаю над этим. Не, ну оформление я давно хотел. Хотя бы такое, как у Ары, сделать вообще было бы неплохо. Но у него в стиле старых компов, конечно. Ну, я, короче, подумаю. Машины, которые контролируют и сохраняют энергию, созданную... генератором третьей энергии. Здесь, в общем-то, ничего интересного, вроде как. Дверь закрыта с обратной стороны. Так не-не-не, я только за...
третьей энергии. Устройство, записывающее данные, когда включен генератор третьей энергии. Да не, я просто... У меня были раньше... спидранами похвастаться. Ты намекаешь на то, что мне пора заняться спидранами? Окей, Рамблфиш, я занесу в планы. Слушай, а он на чем? На PSP, да, получается? Ништяк, я тогда, как кабель придет, пришло уже уведомление о том, что он вышел. Я думаю, через месяцок он уже приедет как раз. Так, короче, мы подали, получается, питание. Нет ответа. Ну, норм. Ну, значит, наверное, наверх надо идти. Случайно сейчас увидел мисагу твою. Некоторые приготовления. Здесь что у нас? Не помогло. Какие же еще приготовления им нужны? С того, как мы включили генератор, что еще нам нужно? Эти генераторы энергии. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Может быть, нужно было карту вставить туда? Трейлер «Призрака в доспехах»? Нет, я не видел. Thank you.
ключу с дверью. Закрыты с обратной стороны. Генератор, чтобы установить синтезатор. Тут больше-то идти некуда. Не правда ли? Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Ну, черт побери. Что случилось? Мы включили генератор. Внимание! Проверка генератора завершена. Нужен какой-то ключ. Внимание! Для работы с генератором необходима карточка-ключ. Интересно, какой ключ? Может быть, маленький ключ? Или может быть, своя ID-карта? Ни один из ключей. Нет. Специально. Я хотел чекнуть. Внимание! Документ, который проверка там лежит. Генератора завершена. Внимание! Для работы с генератором необходима карточка-ключ. Озвучка такая упоротая. Давайте еще чекнем. Подготовьте генератор к включению, используя главную панель на верхнем этаже. Главная панель на верхнем этаже. Идите в зону P3 генератора, чтобы установить инициализатор. Используйте панель возле инициализатора, чтобы присоединить дышло к генератору. Так, идите в зону P2 для установки стабилизатора. Включите генератор. Без ID-карты Кирка. Ага. Так. Нам дали код карты. Окей, все, я понял. Теперь все ясно. Криостазис. Не видел. Я сегодня наткнулся на замечательную игру, просто сумасшедшую. Называется Мессия или Мессия. Не знаю, как правильно это слово читается по-английски. Короче, от Shiny Entertainment. Копался в их играх и вот наткнулся. Она тоже на пике выходила. Так, мне теперь нужно отсюда вообще выйти. Мессия, да-да-да. Вообще сумасшедшая игруха. Я посмотрел прям геймплей чуть-чуть. Совсем. Да, кстати, про Рэмбо надо сохранить. Если уж говорите, надо заморочиться с этим самым, с оформлением. Я вставлю так и быть смайлик. Франкер Фейзет. Thank you.
понадобится его отпечатки, да, получается? Мне тогда этот код подсказали, и зря подсказали, блин. Refine this into the fingerprint data. Что-что? Кирк шарится. Тут говорят, что private quarters. Может быть, здесь получится снять отпечатки. Ты про... Все, я понял. Кстати, запишем прогресс. Не, мы далеко продвинулись достаточно. Мы уже нашли этот самый код. Надо сейчас найти эту панель. Здесь, да, вроде. Ну, ребята, если кто-то располагает какой-то информацией, я попрошу делиться. Сейчас буду чекать каждый спот интерактивный. Привет, Собрашен. Да у меня просто бомбануло, я, короче, перестал играть в нее. Вот прошло еще несколько дней, я думаю, что, скорее всего, мне придется ее добить. Так, под панель от терминала, управляющего генератором. Значит, до нее по-любому дотрагивался Кирк. Как ни крути. Они считают, что это нелогично. Окей. Следят за текущим состоянием. Но здесь по-любому Кирк сидел. Гадалки не ходи. Нет. Блин.
Внимание! Проверка генератора завершена. Внимание! Для работы с генератором необходима карточка-ключ. Может быть, я здесь невнимательно посмотрел? Ого! Так-то. Она застрелена насмерть, а она не дышит. В руке у нее записка, написанная кровью. 1281. Это, наверное, оружие, скорее всего. Либо какие-нибудь там еще плюшки. Устройство, записывающее данные, когда включен генератор третьей энергии. Кто-то работал на них окровавленными руками. Отчетливо видны отпечатки пальцев. Ага. Отпечатки пальцев. Используем. Будем думать, что это Кирк, типа, бежал. Ну, а вы потому что не принимаете участие в прохождении, Марка. Ты можешь ускорить процесс, на самом деле, если будешь активнее подсказывать, участвовать. Я же играю впервые, я на самом деле могу и неделю играть. Что, в принципе, и происходит. Так, мы отсюда выходим. Я вот серьезно, на самом деле, соскучился уже по Ларе Крофт. Хочется третью часть начать. Я бы рад подсказать, но не знаю эту игру. Ну вот, кстати, Сабрашен, некоторые знают и не подсказывают. Я вот знаю несколько людей, которые приходят посмотреть именно на First Run'ы. То есть, раз я от тебя ничего не хочу, то могу и не подсказывать. Не, ну подсказывать. Лучше осторожно. Назад. Не сюда. Самое трудное для меня. Вот для меня тоже самое трудное. Я ее проходил один раз. Последний босс меня просто выморозил. Я эту игру не знаю, как ты играл до момента, когда меня птеродактили в вентиляционную шахту бросали. Я тогда забросил игру. Но это уже давно было. Помню, где это. Мне вот интересно, чьи это отпечатки? Подойдут ли нам они?
Четвертый Tomb Raider вообще очень классный. Там уже такая более идеальная модель управления. Мне все равно больше нравятся хроники, конечно. В четвертый я тоже очень много играл. И не нужно ничего записывать. Посмотрел видео на канале Марлен. Все теперь. Хроники несложные, вроде как самая короткая, но последний уровень это жесть. Ну, по традиции. Мне Ангел Тьмы очень понравился. Я прям вообще был от него в экстазе, можно сказать. Так, куда-то идти? Вниз, по-моему, да? Самый-самый низ. И все-таки бокс мылен достаточно сильно по сравнению с первой плойкой. Тут прям четкие грани. А бокс сам по себе мальцо выдает. Я раньше думал, что на телеке такое какое-то своеобразное размытие. Так, здесь что? Кнопку нажмем. Не помогло. Еще рано. Хочу видео с Марлен. Я думаю, что видео нету. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Что я делаю? Мне не сюда. Окей, пойду я дальше. По-моему, все-таки вообще нужно туда идти, в хвост. Это где же эта консоль? Выше получается, да? Что про что, Rumblefish? Внимание! Питание генератора включено! Внимание!
Подключите к генератору инициализатор и стабилизатор. Отлично. Просто супер. Так, теперь зоны по 3 генератора, чтобы установить инициализатор. Нет ответа. Ладно, оставим это дело. Идем выше. Так скоро уже. Еще посмотрят, наверное. Скоро Новый год и огромные скидки в Стиме. Ну блин, я в Стиме просто не зарегистрирован, у меня раньше. Не двигаться! Что вы делаете, доктор? Вписываю свое имя в историю, как изобретатель универсального источника энергии. Открой глаза, безумец! Ваше открытие станет лишь очередным страшным оружием. Похоже, ты обладаешь даром предвидения, а? Жаль, что тебе придется умереть. Рик, цель захвачена. Выйди на связь. Прошу прощения, что прервал вашу речь, док. Продолжайте. Да, я продолжу. 3 года назад я открыл, что освобожденная треть энергия изменяет пространство. Сначала я думал, что энергия меняет участок пространства на такой же из альтернативного пространственно-временного континуума. Но я ошибался. Пространство не перемещалось, оно сменялось. Попробуй объяснить так, чтобы даже женщина поняла. Третья энергия может заменить область пространства на ее же, но из другого времени. Что? Да, и сегодняшний финальный эксперимент это доказал. Эффекты его вы наблюдали сами. Эти ящеры жили на Земле, где сейчас стоит комплекс, около 65 миллионов лет назад. Так вот как динозавры попали в наше время. Именно. И это сделал я. Вот. И сколько человек погибло ради этого открытия? Да какая разница? Цифры не имеют значения. Скажем так, их было много. Необычная смерть для обычных людей. Ты не согласна? Ты настоящее чудовище. Чудовище или герой? Мне все равно, только мой эксперимент имеет значение. Хватит! Сейчас имеет значение только одно. Твое изобретение не дает нам уйти отсюда. Вам нужно уничтожить вихрь.
Единственный способ это сделать — добиться перегрузки генератора третьей энергии. Теоретически, третья энергия и вихрь должны уничтожить друг друга, если войдут в контакт. Но есть один момент. Если вы не остановите перегрузку генератора третьей энергии, весь этот регион может переместиться в другую точку пространственно-временного континуума. Значит, нам надо быть подальше отсюда, когда произойдет перемещение. Все просто. Но мы не можем запустить генератор. У вас нет инициализатора и стабилизатора, верно? Да, где их найти? Я тоже об этом думал. Говори. Успокойся. Они хранятся в одной из комнат уровня безопасности А, на этаже Б3. Очень хорошо, док. Похоже, ты все понимаешь. Мы выживем, ты выживешь. Ну, ребят, последний рывок. Осталось чуть-чуть. Она дает доступ во все комнаты в здании. Вот так-то. Хорошо. Я подготовлю программу, которая направит поток третьей энергии в вихрь. Я присмотрю за доктором. Редина, ты должна найти эти устройства и перегрузить генератор. Они хранятся в одной из комнат уровня А, на этаже Б3. Постойте! Весь этаж заполнен динозаврами. Тирекс тоже там. Прежде чем идти, надо взять ситуацию под контроль. Вот, возьми. Это чертежи инициализатора и стабилизатора. Я наткнулся на них, когда просматривал базу данных. К счастью, неподалеку от нас есть склад запчастей. Надо взять там нужные части и собрать устройство. Это смешно. У Редины нет необходимых для этого знаний. Мы даже не знаем, есть ли там эти части. Лучше попробовать найти уже готовое устройство. Там слишком опасно, она не справится. Тебе идти туда, Редина. Так что и решать тебе. Итак, твой выбор. Эх, если бы я знал. Ребят, посоветуйте что-нибудь. Ведь сейв-стейт не сделаем. Вот в чем фишка. Стратегия Гейла или стратегия Рика? Ставьте в чатик, я не знаю, там один или два. Хорошо, давай. Главное, всегда будь настороже. Да-да-да, мне тоже. Прическа не особо. Так, теперь нужно попасть в здание П3, чтобы забрать там эти самые чертежи, да? Или что там нужно сделать? Надо вспомнить, как туда вообще проникнуть. Здание П3. Короче, это офисы по-любому. Сейчас нужно только здесь пошариться немножко. Записка доктора Кирка к работникам. Подготовка стабилизатора и инициализатора. Убедитесь, что эти два устройства готовы.
ко времени эксперимента. Каждое из этих устройств состоит из соответствующих трех частей. Сердцевина, защитная часть А, защитная часть Б. Всего требуется 6 частей. Эти части хранятся раздельно в комнате экспериментов, в комнате дизайна и на складе деталей. После того, как у вас есть 6 частей, вы можете собрать их в комнате эксперимента. Манипулятор невесомости должен управляться человеком класса А. Так-то. Ну, еще пока нет. Да, второй получше будет. Там не так много головоломок. Больше стрельбы. Разные документы, компьютер, ничего полезного. Ну, я в него тоже давным-давно играл. Я помню, что там тоже что-то связанное с кодами. Чёрт генератора. Интересно, а соседняя дверь случайно не в P3 ведет? Так, чисто случайно. Второй намного динамичнее, за двух героев играешь. Да, там прикольно рубить. Это самый... Вьюнок этот. Мачете. Игра очень мне в свое время понравилась. Там одиноки были зачетные. Питер Джексон за Кинг-Конг. Ну, на боксе, кстати, я видел. Он что-то не очень понравился. Ну, как бы... Да, конечно, прикольно, но графоний бедноватый. Текс. Да, электросаблей. Да-да-да-да-да. Ага, все, я вспомнил. Тут есть лифт, по-любому. Где-то здесь был лифт. И вообще, кстати... Thank you.
See you later. Прикольно. Так, нам сразу налево, да, получается? Сходу. Да уж, надолго я запомню эту игру. Я думал, что она очень-очень быстрая, типа первого резика. Но нет. Здесь сделаю сейф. Очень кстати. Рамблфиш, пожелай нам удачи в прохождении. Так ты, пес. Лекарство воскрешения. Это очень-очень хорошо. Блин, а я записывал сейчас или не записывал? Я вот не помню. По-моему, она повисела вот так чуть-чуть и все, и не записал. Но ревайв... Ладно, я не буду записывать, потому что ревайв очень полезен. Я думаю, что он нам дальше пригодится. Да иди ты. Ну вот, я не уверен был, что сохранилось. Но это ладно. Отстань, говорю. Степень воздействия. Ну, можно лекарство разогнать, да, получается? Да это все гемостат, ну какая-то хрень.
Нужно использовать. А что в третьей части Дина Регины... В третьей части Дина кризиса Регины не будет, и все действие будет проходить в космосе. Да, там вообще фейл, на самом деле. Мы недавно сели тут, посмотрели. Такое, конечно. Ауч. Да что ты будешь делать? Вот как с ними сражаться? Только усыплять. Секунду. Lost World. Да, это одна из моих первых игр на первой плойке была. Я дико с ней угорал. Но я не понимал, при чем здесь Jurassic Park, потому что там бегали за какого-то маленького динозавра. Ты заколебал. Все, до свидания. Тут тоже левел А. Но нам вроде вот сюда. Джек Дэниелс. Ну, раньше и по 50 собиралось, и по 60. Все зависит от игры, на самом деле, от периодичности. Статус хранящегося оружия на дисплее. Не знаю, сюда, наверное, рановато. Идем сюда пока. Запись наблюдения за складом оружия. Теория третьей основы энергии, автор Эдвард Кирк. А, конечно, прочтем. Концепция третьей основы энергии, технологии получения энергии из ионов в атмосфере. Это база третьей энергии. Если управлять потоком ионов ионизации состава воздуха, то можно получить результирующее движение электронов в виде энергии. Основная концепция проста. Электрон, из которого забрана энергия, движение объединяется с ионом и возвращается в исходное состояние. Однако из-за несовершенства уровня технологии нельзя получить 100% исходного состава. Лишний восстановитель образует пероксид, похожий по составу на озон. Однако уровень концентрации его не так высок, чтобы противоречить предположенной концепции чистых источников энергии. 50. Да, все играл подряд, ну просто
немножко по-другому подходил. Стримил еще на несколько ресурсов. Это панель управления для устройства наблюдения. Здесь ничего нет. Нам не сюда. Не, ну вот в лучшие, так скажем, месяцы на СК-2 было достаточно много народу. Вместе с СК-2, и с Good Game, реально 50-60 было. Утром причем. Это устройство для поддержания условий хранения биологии. Что? Биологического оружия. Короче. Второй этаж. Так, а что с картой здесь? У меня тоже на стриме 50 было, но это все довольно. Да. На самом деле. Сам по себе стрим интересный такого характера. Образцы биологического оружия. Они заморожены. Здесь ничего интересного. О, вот они. Часть создает энергию, которая нужна для старта генератора. Так, инициализатор. Стабилизатор. Инициализатор. Что еще? Холодильник. Прямо-таки. Нас по-любому кто-нибудь помешает. Так просто не уйти отсюда. Но у нас есть священный ревайв. Маленькие зверьки для экспериментов с биологическим оружием. Находятся здесь. Привет, Рус. Как дела? Оружия. Ну, короче, здесь все, я так понимаю. Больше ничего не нужно. Там вот лестница, правда, какая-то была. Сначала нужно включить генератор. Окей. Газлинный симулятор. Да не думаю. Это действительно что-то стоящее внимания. Ох, как повезло-то. Ёлки-палки. Повезло ужасно. Слушайте, а что здесь у нас? Гранаты. Отворная, ускоритель. Не, ну гранаты бы я бы взял на самом деле. Поменял бы на грёбаные лекарства, потому что это бессмысленно. Типа гранаты бы тоже взял. Лекарство это только место занимает.
уж, это очень круто. Как гора с плеч. Да, хотим записать. Если что, нас тогда ревайвнет отсюда прям, и это будет очень выгодно. Сколько здесь беготни, это просто ужас. Прибеги туда, сделай то, прибеги обратно. Так, я думаю, что просто необходимо. С помощью гранатомета, конечно, раскидывать. Но черт его знает. Симулятор козла, ну такое. Да. Да на тебя. Да на тебя. Убежать от них. Что-то пропустил, но мы кое-что нашли. Нашли, короче, инициализатор, стабилизатор. Все как надо. Стимулятор, да-да-да. Слушайте, а мы сейчас на P3 получается, да? Зона P3 генератора, чтобы остановить стабилизатор. Нам не сюда ли нужно-то вообще? Короче, надо сейчас искать. Движ находится здесь, насколько я помню. Нужно больше использовать это. Так, а что по карте там показывают? Походу нет.
Это P3, нам нужно в... Вот, то есть P2, нам нужно в P3. Посмотрим, что здесь. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Стабилизатор. Где-то еще такой девайс. Не помню только где. Сегодня супер полнолуние. Да-да-да, мне тоже об этом рассказывали. Прикольно. То есть все-таки П это Б опытным путем установили. Ну, она чуть-чуть больше, чем обычная. В принципе, заметно, но... Ничего сверхъестественного нет. Я тут недавно вычитал то, что в начале декабря у нас будет мини-затмение такое на неделю. Чтобы присоединить дышло к генератору. То есть нам нужно назад идти. В любом случае. Чтобы дышло присоединить. Мы забыли. Ошибка. Процедура подготовки не завершена. Использовать панель возле инициализатора. А, блин. Черт, вот я туплю. Зря я оттуда ушел. Там же и панель.
Блин, давно замечаю, что соком не напиваешься. Особенно, когда он какой-то такой непонятный, типа нектара. Да уж, работники, которые обслуживали это устройство, наверняка запаривались хождениями туда-сюда. Не сюда.
ты здесь взялся вообще? Интересно, по-моему, это и есть документ управления. С собой после расстрела ментовской машины. Жесть. Не игрались в компьютерные игры? Я не знаю, что делать. Есть карта А. Возможно, нужно сбежать отсюда.
ходит, бродит. Зверь. Поэтому я в личную лабораторию пойду. Я лучше сразу зайду. Расслабься, Гейл. Вот. Возьми это. Прикрепи к передатчику. Гейл! Гейл! С его помощью можно найти доктора Кирка. Окей. Хорошо. Уровень нагрузки повышается. Отлично. Еще немного. Гейл, что с ним случилось? Я не знаю, но Кирк ушел. Я убью его. Вот и все. Осталось только убежать. Пойдем. Подожди, а как же Кирк? Что Кирк? Если он еще жив, это чудо. Забудь о нем. Не забывай о задании. Вы не сиделки. Извини, но у меня есть совесть. Я увожу тебя. Немедленно. Нет, уходите вдвоем. Я разберусь с Кирком. Что? Ты сошел с ума? Забыл о нашей ситуации? Третья энергия вышла из-под контроля. Оставаться здесь самоубийство. Я знаю. Если я не вернусь через полчаса, уходите без меня. Вот так. Эй, сделай что-нибудь! Положить на все и идти за товарищем. Ребят, помогите решить. Помогите Таше решить, что делать. Я пойду пока за чаем. Thank you.
Ну, окей, первое так первое. Кирк должен быть за стабилизатором. Почему ты его отпустил? Я наконец-то начала его понимать. Он прежде всего профессионал. Это его единственный метод действий. Ты права. Но я тоже делаю свою работу. К твоему возвращению все будет готово. Так, нам в здание П2. Выход из порта. Ну, в П3, значит, да, получается? Если мы сейчас сразу налево здесь пойдем, мы сможем пройти? По-моему, да. Точно не буду, ну, как бы, просто, наверное, потом, как-нибудь. Закрытые материалы. Короче, мне не сюда, мне нужно вообще быть. Я просто в надежде найти аптечку пришел сюда вообще. Дадут, ну просто обязаны.
собственно, и ничего заюзать нельзя. Скорее всего, сюда вообще рано. Не зря мы пришли. Скрафтить нормальную лечилку. У меня вечно получается какая-то хрень. Здесь лежат маленькие контейнеры. Невозможно попасть наружу. Здесь что? Взрывчатые вещества. Да, обозначим. Ниже опуститься. Вот он этот лифтец. Сюда противоположные.
что же это за... Ну, в принципе, здесь тоже можно пройти. Все делать до начала эксперимента. Да, прочтем. Заметка: подготовка стабилизатора и инициализатора. Убедитесь в том, что устройство готово к временным... А, ко времени проведения эксперимента. Каждый из этих... А, это мы все читали, да? Сейф, внутри него что-то есть. Максимально. Ты
все, ревайва нету. Блин, у меня тут, кстати, вообще плачевная ситуация. Ноль жизни, нет ревайва и ни одной аптечки. Походу будет еще один стрим. Я просто не знаю, как скастовать себе нормальное коритель-умножитель. Получил своего человека.
Гейл. Все еще злишься, верно? Давай, пошли. Редина, возьми это. Диск? На нем вся информация по третьей энергии. В том числе и подробности о том, как ее использовать в качестве оружия. Вот когда этот диск будет у нашего правительства, тогда наше настоящее задание будет выполнено. Так я и думал. Это настоящее задание? Наше задание — вернуть доктора Кирка. Это была официальная версия, которой они прикрывались. Твоему боссу с самого начала была нужна лишь информация. О чем это вы? Девочка, как ты не понимаешь? Это же так очевидно. Правительству не нужен я. Ему нужна третья энергия. И это оружие только для них. Это задание с самого начала было ложью. Правительство было уверено, что проект Кирка связан с каким-то оружием. Сама подумай. Инсценировка смерти, политическое убежище, секретный мирный проект на военной базе. А эта страна всегда славилась секретными разработками оружия. Правительство знало, что разрабатывается новое оружие, и хотело заполучить его. Нашим заданием было собрать всю информацию по оружию, чтобы только наша страна могла его использовать. А доктор Кирк всего лишь дополнение. Не могу поверить. Ха, ты наивно называла меня чудовищем. Но если ты немного подумаешь, то поймешь, кто здесь чудовище. Не понимаю, Гейл, почему ты нам не сказал? Думаю, командование просто не было уверено, что вам можно доверять. А как насчет тебя? Я не хотел подвергать вас опасности. Эта информация могла повредить вам самим. Все это очень мило, но может мы уже пойдем? Он прав. Пойдем, Гейл. Как так? Вот и награда за верную службу правительству. Грустно, правда? Пошли. Да, уж лип, действительно. Диск содержит информацию об использовании третьей энергии как оружие. Секретный диск. Интересно, зачем он нам? Где Гейл? Гейл сама выпилился. Что ж, уходим. Уходим. Он туда вообще ушел? Да, походу босс.
лежат маленькие контейнеры. Вездеход. Ну, мы уже внутри и едем, и это хорошо. Настолько хорошо, что прям воодушевляет. Музон прикольный, надо последние два трека найти будет. Гонит. Надо будет стрелять сейчас по нему. Вот, возьми это. И будь осторожней. На турботяге. Ну вот, игра окончена, ребята. Да, после этого задания я по-другому буду смотреть на крокодиловые сумки. Да уж, вся игра в три раза сложнее, чем сам босс финальный. Получай, красавчик. Ты вымерший вид. Как в Годзилле. Можно выдохнуть.
отдохнуть. Да-да-да, все отмечаем прохождение. Хочу поздравить вас с окончанием этого мучения, этого ада просто. Ну, если бы не перевод, конечно, все было бы замечательно, я думаю. Да, так мы наконец-то сделали. Я очень давно хотел пройти первую часть. Прошел. В целом, мне понравилось. Негативные чувства только от перевода. Если бы играли на English, я уверен, что эти загадки бы никакой сложности не вызывали. Пью шампанское, сок. Я не знаю, у меня остывший чай черный. Ужасно остывший. Кошаки. Ну, у меня такие, они небольшие, 4. Ручное управление, конец. Что это? Спокойной ночи, Джек Дэниелс. Приходи утром на мифологию Сабира. Дальше во что-нибудь поиграем? Да не, уже поздно, Марк. Надо спать ложиться. Получена почта. Отчет об операции «Доктор Кирк», агент Регина. Доктор Кирк, статус найден. Мы нашли доктора Кирка. Сейчас он обсуждает свои эксперименты с командованием. Гейл, статус погиб. Гейлу пришлось пожертвовать собой, чтобы защитить цель задания. Рик, статус жив. Рик анализирует данные, полученные нами на острове. Регина, статус жива. А я готова к следующему заданию. Том, статус погиб. Тома убила гигантская рептилия. Нам будет его не хватать. Статус неизвестен. Мы потеряли связь с Купером в самом начале операции. Он так и не объявился. Диск. Статус найден. Содержимое диска исследует отдел военных разработок. Задание выполнено. Диски с сифона найдены. Инструкции. Тут решили текст не переводить, господа переводчики. Костюму. Пользуйте титаны в следующей миссии. Ну, честно говоря, не особо хочется мне перепроходить то же самое тупо в новом костюме. Я не настолько поклонник. Ну, эти плюшки, это, конечно, круто. Yeah.
И даже никакой менюхи нету с отображаемыми. С отображаемыми, короче, достижениями. Вот сложность тоже не выбирается. Нормал выиграть. Выбрать. Получена почта. Какой костюм они имеют в виду? Первая контрольная точка. Игры кончены, детки. Что-то не так. Нет света в караульном помещении. А может, у охранников была вечеринка? Знаешь, песни, ладно, карты. Короче. Ну да, но нормально. Оставайся здесь, сосунок. Охранниками займусь я. Ты слышала, как он меня только что обозвал? Забудь об этом. Предоставь все Гейлу. Ну, хорошо. Странно, ну может из-за перевода, может его как-то надо включить. Ну хорошо, за дело. Я проникну в здание и займу комнату управления на втором этаже. А во сколько утром? В 3:30 в половину десятого, я думаю, 10, это так. Оттуда я смогу управлять всеми системами безопасности. Свяжусь с вами, как только буду в комнате. Да, спокойной ночи, Марка. Сейчас я просто хочу посмотреть геймплей, может она там просто в труселях. Нет? Не, ну мифологию мы завтра будем утром проходить. Странно. Ну ладно. Мифологию будем утром проходить, а... я вот не знаю, что еще не решил. Либо драйвера начну вечером, либо Реймана. Имеешь в виду? Ну вот Реймана можно было бы начать вечером. Вот, а днем мифология будет. Все, всем пока. Спокойной ночи. Услышимся утром.